Добро пожаловать на особые тренажеры школы Гудок. Ты готов к изучению дополнительных маневров, чтобы накапливать энергию и побеждать соперников. Далее – воздушный трюк. Эффектный способ накопления энергии. Не говоря о том, что это увлекательно. Оказавшись в воздухе, начинай маневр. Так-то лучше. Прекрасно.
Боковой толчок позволит обойти препятствие или сбить соперника с курса. Также можно столкнуть противника на четыре колеса или прервать движение задом наперед. Легче легкого. Смелей! Колоти! Блестяще! Сказочно! Прекрасно! Много энергии дает езда задом наперед. Учитывай, что при езде назад управление перевернуто. Превосходно! Ну что ж, твоя очередь. Прекрасно. Задача непроста. Для езды на двух колесах нужно мастерски управлять и чувствовать равновесие. Не делай слишком резких поворотов. Превосходно. Ну что ж, твоя очередь. Бесподобно! Прекрасно!